Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда, а война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться? Сможет ли Дамир, оставшийся в пустыне, чтобы вместе с Гюль привести их народ к свободе, справиться с еще одним чудовищем? Инерции мышления, заставлявшие местных десятилетиями переносить любые тяготы и лишения и, не щадя своей жизни, служить тиранам. Не знаю. Это чудовище может оказаться посильнее всех остальных. В любом случае, терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте — найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой, аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится, у полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием!
Сейчас в темпе до дамбы, все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Твою мать, поймали твоего друга. Но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Thank you.
Thank you.